Ну что ж, Ариару, мой маленький любитель покушать, и мы продолжаем играть такую увлекательную игру, как Rimworld. Такое ощущение, что Рэнди всеми силами пытается не дать мне выполнить то, что я хочу. Я что понял, нужно для дроидов изучить эти части, которые для починки. Так, теперь я могу делать части дроида. Но где это делать, это другой вопрос. Вот я могу делать Droid Repairs Chip Parts. Сделать 5 штучек хотя бы. Мне нужен, по идее, радиатор для дроида, потому что у него раздроблено. Но не умею их делать. А вот Repair Kits, может быть. А лучше, знаете, что я сейчас? Я сделаю себе сейчас боевого робота и отправлюсь с ними. С колонией. Я же его ничего не потеряю, если сделаю одного боевого. Правильно, правильно. Сейчас тогда этот робот сделается, мы его экипируем и пойдем уже сразу. Все, и теперь мы снаряжаем караван наконец-таки. Давайте вот так вот пойдем. Одного дроида оставим все-таки. А, лучше возьмем. Да. И все, бегите. Зря такую большую компашку взял, но мне кажется, мне без такой большой компашки будет не обойтись. Так и думал. Против нас один чел. А что у него в руках? Дубина. Да уж. Но если дальше такие же противники будут, то это не составит труда. Я больше сейчас волнуюсь, если сейчас случится какое-нибудь нападение на нашу колонию, то, возможно, мы слетим. Стоять, смерть дроид 1, что? Я так понял, эти дроиды, они не вечные, они живут около года, и из-за того, что у них ломается что-то там с генератором, и все, они умирают. Ай, блядь, теперь у нас караван из 4 колонистов, прикольно. Так, дроид мертв, выбросить. И этого тоже выбросить. Вы передвигаетесь, нет? Тоже знал, что дроиды не могут путешествовать так долго. Не сейчас. Приложить укрытие, вы что, ебанулись? У нас 4 человека в колонии. Трумба, прикольно. Я шутку оценил. Сеньор, давай ты будешь... Не будешь работать, просто отдыхай. И все хватит. Известная угроза, опасные животные, 10 крыс. Если там 10 крыс, то я думаю, мы справимся. Хотя там 2 снайперки. Караван прибыл к срону. Ура. Так. Где? А эти крысы где? Агрессия, ага, я понял. Так, защита. Мешки с песком. Ладно, тогда вставай сюда. Будем защищаться от них. Все, стой здесь. Все? Это все крысы были? Что тебе по здоровью? Самолечись. Давайте построим по мебели спальное место. И открывать перепел. Отдыхай до выздоровления. Спиди, лечи себе. Так, нет. Спиди. Отдыхай до выздоровления. Исаак и Пиола, пойдем со мной. Так, вы чё, нормальные? Нормальные, иди сюда. Так, Пиола, почему ты не пошла с этим? Сюда иди. Так, Пиди и Спиди сюда иди. Давай, открывай, ага. Взять ядро и...
продолжить путь, принять, построить маршрут сюда, построить маршрут, принять. Все, мы по идее взяли ядро ИИ, оно же у нас есть в грузе. Да, ядро ИИ есть. Медикаменты, ягоды, все должно пройти нормально. Заяц крайне агрессивный, животное сходит с ума. Заяц что-то делает. А, сходит, что я забыл. Не уран, оказывается, нужен. У меня нет урана, ладно. Отказаться и это самое. На меня напали. Хулиганы. Перепил, чё у тебя по здоровью? Нормально все. Не переживай. Да уж, иди сюда. Самое опасное животное, которое когда-либо видел, это йоркширский терьер, пытающийся напасть на мой караван. Болезнь растений? Что? Ой, так, приказы собрать, нет, срезать весь урожай. Так, это все. Грузовые контейнеры где и что? Синткань неплохо. Проблема опять с караваном, я так и думал, что на обратный путь не хватит еды, но я думал, с помощью микроконтроля я смог бы это сделать, смог бы добыть им еды, но они что-то упорно не хотят ничего делать. Тут офигеть, какие находятся артефакты. То есть архоглаз. Думаю, это будет с того стоить. А, Джордан, ты можешь принести, да? И у меня есть идея безумная, но она идея. У нас есть тут робот, который скоро будет живой. По идее. То есть он уже крафтится, я понимаю, где-то процент, правда, нет. А, он не крафтится, потому что не хватает компонентов, которые. Ну, в общем, как и ожидалось, мой караван просто так взять ядро и уйти обратно не смог. И в итоге мои колонисты на обратном пути просто отказались собирать ягоды, чтобы просто насытиться. Они, видимо, слишком тупые для этого, хотя я вроде как им давал все нужные для этого команды. И мне пришла в голову безумная идея взять, собрать андроида, которому еда в принципе не требуется, и отправить его в караван, чтобы он дошел до моего изначального каравана, передал им еду, которую сможет приготовить моя основная колония. Да, я осознавал то, что дроид при этом не выживет, но думаю, это была бы равноценная замена. Так, в общем, мы снаряжаем караван. У меня просто слов нету, и комментировать я отказываюсь это. Просто пиздец какой-то, я по-другому не назову. Все, стой здесь. Спиди, что с тобой? Ну ты есть хочешь, я понимаю, но поешь! У нас вся надежда на дроида нашего. Я надеюсь, на еды хватит, чтобы дойти. Давайте я вас верю, ребята! По идее, Цитус есть, все, Спиди должен жить, и мы должны теперь идти сюда. Для начала привал. Это было потно. Если бы не этот дроид, они бы умерли. Сейчас у них еды ноль? Что, в смысле еды ноль? Вы что, ебать? Пиздите меня тут. С еды еще дохуя. Сколько? Вы чё, ебанулись? Почему так много заражений? Алло? Господи, ты хули? Ладно, хмель важнее, да, ты не прав. Вы привал делали. Да, вы все это время жрали еду. На просто так, да? Охуеть вы придумали. Бля, это, наверное, самый потный караван, который я только сооружал. Надо было сделать пимикан. Он не портится, но и пофиг то, что клонистам немножко не нравится. Ну и как говорил, минус дроид. Запас еды 3,9, да порчу они там один день. Если бы они не затупили, они бы успели дойти и не голодать. У меня компонентов не осталось. Слово совсем, да? Акционер этим занимается. Было 50 компонентов, стало 0.
энергокопье. Сколько у вас? Один человек. Отказаться приготовиться к бою. Иди сюда. Ой, Исаак и Пиола, отойдите. Я не буду тут ничего собирать, уже смысла нету. То есть, если бы мне эта хуйня попалась бы раньше, то да, смысл был бы. И я бы смог подкрепиться, то есть, вы могли видеть сами, там были эти кусты с цветами, я говорю, с цветами, с ягодами, которые я мог бы собрать, у нас выжили все люди. Это не может не радовать, то есть, они сейчас уже придут, то есть, на следующий день буквально. Да идите нахуй, я больше, с таркараванами связываться, я ебал эту хуйню. Они уже почти пришли, не видно. Как? Ой, боже, это так корно. А, так, дроид. Свободно. Ты сейчас живой, то есть, получается? Да, у тебя вообще нету, то есть, эти штуки, которые я сейчас красил, то есть, части и ремонтный комплект используют для их лечения, и это не совсем, и это вообще не проблема. Все, наконец-то, они пришли. Ура! Так, Исаак.